Нижегородская область может стать флагманом в решении комплексной задачи по переходу на электротранспорт. Комплексные вопросы перехода обсудили за круглым столом в Нижнем Новгороде. Наш город, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем, Сочи, Калининградом и Казанью, вошел в список пилотных мегаполисов по развитию транспорта, более безопасного для экологии, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Аккумуляторы после эксплуатации электротранспорта тоже могут принести вред природе, поэтому нужны специальные заводы для их переработки и утилизации. А у «Росатом Гринвей» предприятие госкорпорации «Росатом» планирует создать экотехнопарк – центр по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания в Дзержинске. Экотехнопарк-центр станет первым в России проектом по созданию замкнутого цикла производства в сфере электротранспорта. Комплекс будет включать 5 автоматических технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей.